Алло, можно? Apparently, in villages, you don't knock on doors, you knock on windows. Wow, what a place. Someone coming. Здравствуйте. О! Ой-ой-ой! Ой, да! А что, вы уже у меня живете? Коля, все хорошо? О, я бил ваш дом, но вы не били там. Так искал. И куда? Садись! Хорошо, сижусь. Томас! Не садись, присядь. Ну, как дела? Что новое? Все хорошо? Да, слава богу. Да? Ну, выглядит нормально. Выглядит хорошо, здорово. Так больно. Что больно? Ноги? А лекарство есть? Лекарство? Да. Ну, надо аптеке тогда. Ну, не уже одно лекарство. Да? А, понял. Но! Так, не бомби, надо. Ну давай я с тобой проеду в машине. Не надо! Садись, Коль. Давай! Я просто мне рад, что все хорошо с вами, потому что последний раз, я думаю, может быть, вы О, бухали. Нет! Я думаю, что не бухали. Не надо! Что? Последний! Еще! Дай Бог! Встретимся! Не бойся. Хорошо. We're off to buy some cigarettes in the local shop. Let's do it. Я простой колхозник. Понял. Но это неплохо, быть простой колхозник. Нет. Самый главный, это что у вас есть в душе. Да. Я простой мужик. Так, куда мы? Магазин где? Да, налево? Вот. Давай. Ага. А, я помню это место. Мы были здесь раньше. Давайте еще раз тогда. Я думаю, что все знают эти гезы. Ой, Сталина везде. Знай. Известный мужчина. Давайте. Здравствуйте. Сигареты есть у вас? Какие? Какие? Самые хорошие. Я мой друг. Сколько это значит, дорогие? По 3,16. 3,16, блин. Давайте это еще дорого. Пакет. Еще пакет. Еще один? Еще, можно. Точно? Да, да. Не, считать? Но... Конечно, что, вы думаете, что это была шутка, что ли? Это да. 6 рублей 12 копеек. А вы тоже знаете, кто это Сталин? Все знаете, кто это Сталин? Я знаю. Еще жених мой. Я помню, я пришел в клуб, да штуки были. Один белый, один черный добегал. Кого? Балабурка. Да. Конь. Конь. Сталин's running game on the бабушкас. Помните сказать? Было время. Было время. Еще одно. Сигареты есть? Да. Это не наш. Это не ваш. Это не да, наш. Давайте, пошлите. Или что? Это не наш. Я не купил. Сахар есть и сигареты. Все, пошлите. Он страдает из одиночества, наверное. Он живет один там, далеко. Один. Да. Ну вот. Найти, пожалуйста, женщину для ему. Ой, балабулка! Калион, 20 годов, шнурки были разные в ботинках. Спасибо, до свидания всем.
shows you how different the world is here, or life is here. When I was saying I wanted a packet of the cigarettes, she was saying, but they're 3 rubles. Can you afford it? They're 3 rubles. Are you sure? 3 rubles is £1. Наконец-то! Ты никогда не съел. Давай, 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 давай. Я никогда. Да. Противником. Where are you putting that thing around your neck? Противником не был. Секунд, секунд, секунд. А, вот. Ой, колбаса не забивай. Пошли. Коля, у меня есть вопрос. Но. Вы знаете, что это интернет? Кого? Интернет. YouTube. Знаете, что это? YouTube. Интернет. Знаете, это английский слов. Знаете, что это? Нет. Нет? Ну ладно, тогда ладно. Объясни. Это можно там отставить видео и показать друзья и люди что-то. Ну просто, я не знал, если у вас есть... Человечество. Да. Правильно. Вам не против, если я покажу друзья, кто вы? Правильно. Хорошо. Хорошо. Господи! На этом и мир построен. Хорошо. Держись. Завтра едем на базар, купим лошадь старую, накормим пролетарию. Как? Беларусь. Любите? Патриот или нет? Я? Да. Беларусь никогда не меняю на другую родину. Патриот, да? Бульбаш был бульбашом, а и остался. Бульба маленькая. Ну, своя. Понял? По-человечески. О, уже вечер. Что нет? Все время. Все будет хорошо. Давай. Удачи зимой. Удачи зимой. Ой! Холодно будет! Нет! Трус не играет в хоккей! Ладно тогда, давайте, давайте. До следующий раз! Пока, ну, Коля, пока! Ну, давай! That's the end of the day with Collier. I don't think we need to worry about him. I think for two reasons. One is that he's probably a lot tougher than many of us Westerners. Not many of us could handle living all alone in an irradiated village. And two is that maybe he's not as alone as we originally thought. It seems there's some people that are living in the surrounding villages that refuse to be evacuated, just like him. So maybe he's got some kind of company. And maybe that's a story that we can come and return to in the future. Maybe when it gets a little bit warmer and hear some more voices from the forest, from the radiation zone. All right, I'm getting out of the radiation zone and I'm heading back to the bright lights of Gommel for a nice meal. I've not eaten all day. Until next time, guys, thanks for joining me. See you soon, probably in some other country.